Приветствую вас на канале Алковита. И сегодня я хочу сравнить дрожжи примерно в одной ценовой категории, а именно Turbo 24, Turbo KZ и спиртовые белорусы. Кто-то скажет, это несправедливо, обычные дрожжи сравнивать с турбодрожжами, но повторюсь, это одна ценовая категория. Стоимость дрожжей именно в моем магазине, не в разных, именно в моем магазине. Белорусы 750 тенге, Turbo 24 800 тенге, Turbo KZ 1000 тенге. Белорусы я перестал завозить, потому что стоимость такая же, а сбраживаемость 6 кг сахара и 7 кг сахара. Делаю все по инструкции, так как пишет завод-изготовитель. Итак, белорусы. Здесь толком ничего не написано, только написано, что данная пачка, расход данной пачки на 20-25 литров браги. Сколько сахара не написано. Turbo 24, здесь написано 6-7 кг сахара на 25 литров воды. И Turbo KZ, ну, здесь у меня большая вот пачка, но маленькая пачка, 130 грамм, 9 кг сахара, также на 25 литров воды. Чтобы все было честно, приравняю вес дрожжей к сумме 750 тенге. Итак, на 750 тенге спиртовые и 6 кг сахара. Turbo KZ я возьму 97,5, но 8 кг сахара. Turbo 24 я возьму 84,3 грамма и 7 кг сахара. То есть 6, 7, 8. Белорусский дрожжи разбродил 1 к 10, то есть 100 грамм дрожжей, литр сусла. Шапка поднимается, вливаю его в затор. Отмерил дрожжи, 97,5 грамм Turbo KZ и 84,3 грамма Turbo 24. Как вы видите, дрожжи абсолютно разные, как на цвет, так и на запах. Дрожжевая основа чувствуется, и вот немножко что-то у них разное в аромате. Turbo дрожжи не разбраживаются, прямой засев. Я же делаю немножко не по инструкции. Я высыпаю дрожжи на поверхность, как начинаются пузыри, только тогда перемешиваю. Но почему-то по инструкции говорится так, что вносим плавно и перемешиваем. Ну, давайте сделаем по инструкции. Через неделю все еще добулькивает. Turbo дрожжи на полу, часть сладкой брашки. Брожение было сильное. Но мне кажется, лучше всех выбродила Turbo KZ. Turbo KZ молчит. Turbo 24 бульки есть. И белорусы тоже бульки есть. Но Turbo 24 даже, мне кажется, булькает чаще, нежели белорусы. Сейчас я открою каждую брашку и попробую, какая она на вкус. И вот так выглядит Turbo KZ. Пузырьков уже нет. Осветление началось. Turbo 24 сладенькая брашка, дображивает. И белорусы тоже дображивают. Какая из них по сладости больше, мне показалось, что 24. Как бы там ни было, начну перегонять Turbo KZ. Эти две пока пусть дображивают. Наверное, все-таки дождусь осветления. Хочу перегнать именно 100% вообще прозрачную бражечку. Прошло 2 недели. Белорусы у меня вот здесь вот еще дображивают. Брага не сладкая, но не скажу, что прям горькая. Здесь 24, как бы тоже нет-нет дображивают. Брага немножко сладковатая, но гораздо горчее. Пойду посмотрим, что там с KZ. Перемешал белорусы и 24. Белорусы тут же оживились. 24. Но знаете, я думаю, что она покрепче. Сладость, может быть, это эффект дрожжей. Возможно. Вот. Но пока вот такие результаты. А вот так выглядит Turbo KZ. Брожение было неделю. Может быть и меньше. Я приехал через неделю в Солоколе. И вот сейчас уже прошла еще одна неделя. Дображивание было, но знаете, один бульк в час, наверное. Открываю, смотрю. Ну и вот такая красота здесь. Полностью осветлилась уже. Я думаю, победитель очевиден. Но я все-таки хочу перегнать данные три бодейки по отдельности. Получить три самогона. Разбавлю их в один день. И через неделю попробую.
Замечу, что в каждой бодейке сумма, затраченная на дрожжи, 750 тенге. Но здесь у нас 8 кг сахара, в 24-х 7 кг сахара и в белорусах 6 кг сахара. Начинаю перегонять Turbo KZ. Перегонять буду без первичных голов, все в одну емкость. Брашка уже в кубе, у меня новый кубик 37-литровый. И очень плотный дрожжевой осадок, его очень мало. Я решил, что первичную голову отбирать не буду. Отберу как есть, 100% спирт-сырец. Чтобы посмотреть, сколько будет голов, сколько будет тела. Ну, хвосты я не отбираю. И вот тогда уже расставим все точки над «и». Температура 96,8, уже подкатывается 97. И отобрал я 12 литров. Сейчас эти 0,2 градуса очень быстро подымутся, но, в принципе, неплохо. Так и буду отбирать все до 97, где-то примерно до 5-6% спиртозности в струе. Прошло 20 дней, начинаю перегонять Turbo 24. Перегонять будет точно так же, как и Turbo KZ. Все в одну емкость. Брожение было 2 недели где-то, может быть, 15 дней и еще 5-6 дней. То есть я не трогал, чтобы было полное осветление. Ну, давайте заглянем вовнутрь. Вот такая брага. Интересно, почему она не осветляется. Понятия не имею. Но ждать уже смысла нет. Гидрозатвор молчит. Поэтому на вкус, мне кажется, немножко сладковато. Как бы там ни было, перегон. Вот такой дрожжевой осадок. Turbo 24. Мне показалось, что он гораздо плотнее. Не знаю, почему брага не осветлялась. Может, это такая специфика дрожжей, может, они уже такие были светлые. Ну вот, жижки прям осталось здесь гораздо меньше. Закончил дробную дистилляцию Turbo KZ. Получилось у меня 4 литра. Отличный результат, мне он понравился. Все как по учебнику. Колонна проработал на себя, отобрал головы. Далее добавил нагрев, пошло тело. Дефлегматор раза 2-3 вот поднастроил и все. То есть держал температуру вверху колонны, ту самую, которая идет для отбора тела, так называемая спиртовая полка. Вот я ее держал весь отбор и вообще просто с легкостью. Такое ощущение, что хвостов просто нет. Потравливал клапан, изиков, вонючки я не чувствовал. Ну что, мне понравилось работать с Turbo KZ. Перегнал Turbo 24, чуть больше 10 литров. Что самое интересное, изначально спирт-сырец был очень прозрачный. Постоял буквально сколько дней 5, и вот такой стал мутный. С чем это связано, не знаю. То ли сладкая брага, то ли дрожжи, то ли ультрафиолет, понятия не имею. Дробить буду точно так же, как и Turbo KZ. Постараюсь выжать по максимуму, но тоже жадничать не буду. С Turbo KZ я вообще не жадничал. Здесь постараюсь сделать максимально приближенные к первому перегону. Прошло 3 недели, белорусы замолкли, пару дней постояли в тишине, начиная перегонять. Ну, для начала открою, посмотрю. Брага осветлилась, вот видно, что прозрачненькая. По крепости, ну, среднячок. Дрожжей очень мало, дрожжевой осадок не такой плотный, как на Turbo был. Точно так же перегоняю до 97 верхней точки подстила. В моем случае это где-то до 5-6% в струе. Температура в колонне 97, даже немножко больше, 97,3. В струе около 5%. Ну, 10 литров доберу для ровного объема. Закончил все три перегона. Turbo KZ 4 литра. Это, естественно, больше всего сахара. Turbo 24 было 3500, но спустя неделю почему-то немножечко уменьшилось. Я думаю, что это из-за пробки. И белорусы дали 2 литра 740 миллилитров. Победитель как бы очевиден. Но давайте все-таки по цифрам. По цифрам. Все три дистиллята были получены ДМК. Димка – это дистиллят максимальной крепости. Также была жадная дистилляция. Отжимал все до последней капли. Turbo KZ, головы, как всегда, с запасом. Turbo 24, тоже голову с запасом. Здесь даже намека на хвосты не было. Просто уже шел по капельный отбор. И, ну, честно говоря, ждать уже прям вот по каплям не хотелось. А вот белорусы, когда уже в конце дистилляции пошел по капельный отбор,
Я постоянно отбираю в конце по 100, по 50 миллилитров, чтобы, если вдруг похерю, чтобы не испортить весь дистиллят. В общем, здесь уже даже снизил скорость до, по-моему, нескольких капель в 5 секунд. И они уже пахли отчетливо изиками и хвостами. Ну, все, что есть, то есть. По 100 миллилитров каждого дистиллята я разведу до крепости 40. И через недельку попробую именно вслепую. Именно вслепую. Вдруг белорусы все-таки победят. Прошла неделя, пробую, что же получилось. Вот есть три бутылочки белорусы 24 трубы КЗ. Попрошу супругу сейчас разлить в три тюлипчика пронумерованные. Но мне она не скажет, куда какое она налила. А сама запишет на листочке. Я попробую, скажу, что мне понравилось больше. И потом раскроем все карты. Я честно понять не имею, что где налито. Цель моя не угадать напиток, а цель сказать, какой напиток мне понравился больше и почему. Хотел было попасть в кадр, но не судьба. Супруга куда-то убежала. Вариант номер один. Очень фруктовый и, знаете, как будто бы ягодный. Вариант номер два. Менее фруктовый. Такой более сбалансированный. О, нос зачесался. Вариант номер три. Почти ничего в аромате нет. Да не почти, а ничего нет. Что самое интересное, если первый и второй вот вариант, я чувствовал, что это спиртной напиток, то здесь ничего вообще нет. Что мне понравилось больше? Мне больше понравился, наверное, если взять сахарный дистиллят, я скажу, что номер один. Он самый ягодный, такой, знаете, фруктовый. Замигала батарейка, не знаю, на какой стадии выключится фотоаппарат. Итак, наверное, начну давайте тоже с варианта номер один. Будь добру, за нас. Ну, сахарный самогон, в меру жесткий, какое-то такое слегка фруктовое послевкусие есть. Ну, первое, как всегда, самое жесткое, вариант номер два. Будем. Гораздо мягче. Если первую я закусил, то вторая прям пох, и все. Просто зашла как себе домой. Второй вариант на язык мне понравился пока больше. И вариант номер три. Чтобы все были здоровы. Знаете, они совсем все три разные. Я скажу, что вариант три между первым и вторым. По мягкости никакой фруктовой нотки здесь нет. Просто самогон довольно-таки мягкий. Попробую по второй. Начну опять с самого мягкого на сей раз. Попробую самый мягкий, потом средний и самый жесткий. Ура! Номер два. На самом деле ничего не поменялось. Очень мягкий самогон. Чувствуется, что сахарный. Чувствуется некая фруктовинка. Закусывать его не хочется. Второй по мягкости был дистиллят номер три. Будем. Тоже мягенький, но никакой фруктовинки нет. И второй раз пробую дистиллят номер один. Будем. Немножко пожестче, да. Вот опять я хочу его закусить. Итак, что у нас получилось? На аромат победитель номер один. Самый фруктовый, ягодный. Вариант номер два менее фруктовый. Вариант номер три никакой. Аромата никакого не присутствует. На язык вариант номер один это третье место. Все-таки, наверное, вариант номер три это второе место. И вариант номер два это первое место. Ну, я бы даже сказал, что вариант номер три и вариант номер два
Это первое вот место. И вариант номер один – это второе место. Я не знаю, где какие дрожжи. Вот листочек супруги. Итак, смотрим. Вариант номер три – это Turbo KZ. Ух ты! Нежданчик. Вариант номер один – это 24, самый фруктовый. И вариант номер два – это белорусы. Да, я, честно говоря, не ожидал. Я был уверен, что вариант номер два – это Turbo KZ. Вариант номер один – это 24, я догадался, самый фруктовый. И вариант номер три – я подумал, что это белорусы. Ну, смотрите-ка. Итак, что мы имеем? Как ни странно, но белорусы и Turbo KZ – победители. Но! Самое главное, Turbo KZ за сумму в 750 тенге сбродили 8 килограмм, а белорусы за эту же сумму сбродили только 6 килограмм. Но номер 2. Turbo KZ отыграли за неделю, белорусы за 3 недели. Я их перегонял через 3 недели. Я попытался создать равные условия, согласен, что не идеальные условия. Но кто победитель, я уже для себя решил. Кто победитель для вас, напишите ниже в комментариях. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя, пейте только качественные напитки. До свидания. Руки в конце моего ролика.